Едкий запах гари держится второй день. Вместо выгоревшего пола в коридоре несколько досок, чтобы хоть как-то выходить из квартиры. Накануне утром жильцы дома 84 по улице Самарская почувствовали запах дыма и сразу вызвали пожарных. Причиной возгорания, вероятнее всего, стала неисправная проводка. По официальным данным, пострадавших нет, но в одной из квартир оплакивают любимую кошку. Не ушла никуда, не успела убежать. На пожарнике уже вытащили, ее уже мертвую. Жители вспоминают, несколько месяцев назад покой этого дома нарушило вот это заведение в полуподвальном помещении. Музыка и шум до глубокой ночи подвыпившие посетители. Это начало, пройдите дальше. Там есть тоже кафе, где круглосуточно жарятся шашлыки. Это тоже чревато. Вот здесь была гофра, и вот это вот дело коптило нам в окна в течение года. Вот видите, чем это закончилось. Хозяин кафе ответственность признает, готов возместить жильцам ущерб. Мы понимаем, что это от нас пошло возгорание, мы понимаем, что ответственность на нас висит. Как бы это вопрос мы будем решать. Дом, где произошло ЧП, расположен на территории проекта реновации исторического центра. Вопросы безопасности этих домов стали темой оперативного совещания в региональном Минстрое. Участвовали все экстренные службы области. Дано поручение создать комиссию из представителей районных властей, управляющих компаний и сетевиков и ознакомиться с ситуацией на месте. Пройти по каждому дому, убедиться в том, что сделано не по проекту, что не соответствует сегодняшним требованиям по пожарной безопасности, выявить такие очаги потенциальные, все это зафиксировать и уже иметь конкретный план мероприятий по работе с ним. Проверить жилые дома и объекты культурного наследия комиссия должна до 4 июля, после чего она представит свой отчет на городском штабе. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.